наши педагоги, смогли передать вам все самое хорошее, что они имеют сами, что есть в стране нашей, в жизни нашей. Мне будет очень обидно, если кто-то из вас подведет своих родителей, подведет школу в жизни, идя дальше. Но с другой стороны, вы все знаете, что все мы разные. И учителя разные, и вы разные. Кто-то себя уже показал в школе, кто-то покажет себя обязательно. Но я все время говорю так, все в мире едино. Все когда-то рождается, когда-то развивается, когда-то уходит. Но при всем при этом, чтобы каждый из вас принес себе, в стране нашей, своим родителям и нам радость за вас.